Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра 2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина зачитает заместитель председателя Государственной Думы Ольга Викторовна Тимофеева. Уважаемые коллеги, друзья, вы знаете, сегодня у всех был разный день, заботы, дела, работа. Но последний час мы находимся в очень странной атмосфере, когда что-то внутри говорит о том, что нужно менять все вокруг и меняться самому. Спасибо огромное за эту атмосферу, искреннюю атмосферу, потому что очень редко в последнее время мы говорим спасибо людям, которые что-то созидают. Спасибо людям, которые вкладывают свои личные средства в добро. И когда мы говорим, оно должно вернуться, нужно что-то вложить. Поэтому низкий поклон и огромное спасибо. От имени Вячеслава Викторовича Володина и всей большой дружной депутатской команды, которая представляет сегодня Государственную Думу, в этом зале у нас тоже большая команда представлена в регионах, где сегодня вы работаете. Спасибо большое за то, что вы делаете. Низкий еще раз вам за это поклон. Один из лауреатов чуть раньше сказал очень правильные слова. Как важно и нужно, что вы показываете, что мы значимы, что мы здесь, мы нужны. Спасибо вам за то, что вы замечаете маленькие, иногда порой инициативы, на которые никто не обращает внимания. Спасибо за то, что помогаете финансово продвигать, казалось бы, небольшие вещи, которые вырастают в системную большую работу. Правильное название – импульс. Импульс добра. Как редко мы это делаем, как много мы об этом хотим говорить, но редко, поверьте. Каждый день, конечно, мы, наверное, не делаем такое количество добрых дел, но импульс – это то самое, что должно передаваться. И еще раз, Вагиф Юсуфович, низкий поклон за то, что вы этот импульс передаете всем остальным. Я не буду зачитывать все обращение, ваши искренние слова признательности от имени Вячеслава Викторовича Володина, я лишь две фразы. Достижение успеха в социальном предпринимательстве, которое развивается благодаря вашему энтузиазму, гражданской, жизненной позиции, выживает уважение. И еще одно. Вы подаете пример всему деловому сообществу, ведь очень важно делиться импульсами добра. Друзья, вы сегодня аплодируете нам, гостям, которые пришли сегодня на такую замечательную премию, а я бы попросила вас сейчас поаплодировать всем вам, организаторам, команде, духовным лидерам и тем, кто сегодня принимает участие в этой премии. За вас! Делитесь вашим добром!